как бы мне все-таки выжить? Чтобы еще хоть раз увидеть лицо Питера Паркера. Правда? Единственный человек всегда был опорой для меня. И он во мне видел то, что я и не мечтала увидеть сама. Он просто видел меня. И этого достаточно. Оказывается, я люблю тебя. Я тебя люблю, Питер. Мне хотелось одного — сказать, как сильно я ее люблю. Я не могу. Чего не можешь? Сказать тебе. Я имею в виду, нужно много сказать. Да, нужно многое рассказать. Я хочу, чтобы ты знала. Я всегда буду рядом с тобой. Я всегда буду помогать тебе во всем. Даю тебе слово. Я всегда буду твоим другом. Только друг. Питер Паркер. Это все, что я могу. Что бы ни выпало мне в жизни, я всегда буду помнить слова. Чем больше сила, тем больше и ответственность. Это мой дар, мое проклятие. Кто я? Я Человек-паук.